Привет, друзья! Для любителей охоты, на рогатых животных, безрогих животных, ну, в общем-то, животных, которые перемещаются в ночи, в день. Вот такая камера. Что в ней примечательно? 14 мегапикселей. Работает как видео, работает так и на фотографию, то есть программируется. На русском языке программы нету, но на eBay и Амазоне вы можете купить эту камеру довольно дешево. Вот задняя часть здесь такая есть, там не буду сейчас показывать. Паспорт довольно доходчивый, я думаю, большинство сейчас на каких-то языках читает. То есть смотрите, 8 месяцев стендбай, но она от минус 20 до плюс 60. Короче, 0,5-0,8 секунды время может быть запрограммировано, водозащитное, то есть вы ее вешаете на любом дереве, где вы хотите. Чем цена эта камера? 32 гигабайта поставил на фотоснимки плюс коротенькие видео по 30 секунд. То есть вы можете устанавливать в тех местах, где животные перемещаются. Самое главное, хорошая разрешающая способность, и вы можете там 8 мегапикселей, кажется, больше поставить саму фотографию. То есть даже если объект находится удаленно, пробежал, и это зафиксировалось, потом фотографию увеличиваете, смотрите, что за тварь перемещалась. Чем она удобна? Она вот такого хаки цвета, вешается на дереве, сейчас я покажу. Единственное недостаток, что тут нету Wi-Fi. Но Wi-Fi не нужно. То есть нужно в укромное место поставить. И потом, там, когда вы думаете, что там был интересный снимок. То есть супер камера. На eBay, на Amazon, она, если не ошибаюсь, ну, грубо говоря, от 40 до 60 фунтиков стоит. Сейчас вам покажу ее на дереве. Если внимательно посмотреть, вот она сбоку висит, да? Ну, 4 метра над землей. Качество отличное. Рекомендую всем любителям охоты на животных. Но самое главное, это охота бескровная. Вы получаете массу удовольствия. Видите, камера стоит вон там. Так как электронные технологии шагнули очень давно, далеко, это упрощает массу вопросов. Вот такая камера, она тоже водозащитная. Она работает 20 метров Wi-Fi. Вот, но плохо здесь, источник питания не позволяет длительное ее хранение, то есть в режиме ожидания, ну, можно, наверное, настроить. Есть даже камеры, которые, вот, часть этого объектива, которые можно тоже на удаленное расстояние поставить и зафиксировать интересующий вас животный объект. Думаю, что это интересно и в помощь любителям охоты. Самое главное, не кровожадной охоты. Наслаждение вы получите, я вам честно скажу, незабываемое. Бай, друзья!